Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Все для клёва». Мы с вами продолжаем цикл видеозарисовок о товарах интернет-магазина klyova.com.ua. И в этот раз мы с вами познакомимся с катушкой Kaida FA6000. Как мы видим на коробке, значит, тут у нас одна шпуля, получается, система AVS, то есть катушка оборудована противовибрационной системой S-Torque System. Это который направляет шпулю таким образом, что обеспечивает ровную крестообразную намотку лески. Система Power Roller, которая сокращает закручивание лески во время вытягивания. Вот такой вид имеет эта катушка. Что мы на ней видим? Значит, Long Cast шпуля. Это значит на увеличенной лесоемкости. То есть больше 300 метров, если имеется в виду леска диаметром 0,3 и так далее. То есть, смотрите, написано 0,45 130 метров, 0,5 105 метров, 0,6 70 метров. Катушка предназначена для карповой ловли. Что в ней? Передний фрикцион. То есть достаточно, скажем так, точно можно настроить фрикцион таким образом, чтобы было удобно при вываживании. Друзья, это одна из флагманских катушек фирмы Kaida. Она, кстати говоря, имеет бесконечный винт. В принципе, данная катушка имеет плавный ход. У нас по поводу люфтов, давайте посмотрим в кнобе. Минимальный такой, доли миллиметров. В ручке продольный. Тоже есть там какой-то там доля миллиметров, такой технологический, скажем так, ход. Так, ну тоже такой технологический, буквально чуть-чуть. Смотрим здесь, тоже что-то есть такое, чуть-чуть буквально. Ну и тут она, шпуля ходит, в принципе, ход достаточно большой. Шум есть небольшой. Мгновенный антиреверс. Это очень хорошо. Передаточное число 5,2 к 1. Это говорит о том, что за один оборот рукояти катушки лес-укладатель делает 5,2 оборота вокруг шпули. Давайте теперь взвесим эту катушку. 395 грамм. Друзья, такая же катушка есть с размером шпули 4000, и весит она 310 грамм. Если ставить леску диаметром 0,3 230 метров, 0,35 170 метров и 0,4 130 метров. Вполне, в принципе, достаточно для обыкновенного рыбака, который не завозит корабликами свои снасти в водоем, а бросает с удилища. Поэтому такой, в принципе, катушки будет вполне достаточно. Вот такая карповая катушка есть в нашем интернет-магазине. Друзья, еще раз хочу напомнить вам о золотом правиле нашего магазина. Касаемо для любого товара, который есть на полках интернет-магазина klyova.com.ua. Если вы найдете такую катушку дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта. Мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Поэтому удачных всех покупок. Ну и на водоеме не хватает швей. Всем пока, всего хорошего. Счастливо.